Вот. А что такое справка? Это броня от заразы. Ее трудно взять? Нет. Пойдите к врачу и возьмите. Потом идите в бассейн. Это места общественного пользования. Я разделся догола. Но, как оказалось на деле, некоторым любителям поплескаться в бассейне справку взять действительно трудно. Ведь именно в связи с жалобами посетителей администрация самого крупного городского бассейна была вынуждена разрешить посещение водного комплекса без предварительного осмотра врача. И это на вполне законных основаниях. Согласно нормам Санпина, потребность в предъявлении справки отпала аж 10 лет назад. В 2003 году приняты новые правила, которые регламентируют, что для посещения бассейна справка необходима только при возникновении неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки. Обязательной осталась лишь справка для детей дошкольного возраста о результатах паразитологического обследования. Остальных будут осматривать на месте, в медпункте бассейна. У нас производится внешний осмотр. На грибок, значит, мы смотрим, на парезы, чтобы не было ссадин, кровотечений. И вообще, когда плохое самочувствие у человека. Однако, по утверждению врачей, такого осмотра недостаточно, ведь зачастую признаки болезни совсем не налицо. А вот мнение самих посетителей бассейнов расходится. Я думаю, справки нужны, потому что есть риск заразиться, потому что ходят и дети наши сюда в бассейн. Ничего не потеряет бассейн, если отменят эти справки. Все равно справки многие покупали просто так, без комиссии. Покупали или нет, теперь уже не важно. Главное запомнить, что опасность представляет вовсе не сама вода, ведь хлора в ней достаточно, чтобы нас обезопасить. Человек же сразу не попадает в воду. Он находится, во-первых, в кабинке, где он ополаскивается в душе. Он ходит по дорожкам, он ходит по тому пространству рядом с бассейном. Он же не находится все время в воде. А вот эти места, они слегка влажные, там небольшой уровень влажности есть, там прекрасно чувствуется любая грибковая инфекция. Так что надевайте резиновую обувь и обязательно принимайте душ после купания. Ася Касьянова, Максим Махалов, новости дня.